Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Life Таро Надежда. Сегодня мы смотрим решение загадного человека, от которого вы будете в шоке. Именно так сегодня у нас будет звучать расклад. То, что действительно способно вас вывести из равновесия. То, что для вас будет неожиданным. То, что действительно вы скажете «я не ожидала». Вот именно такую тему сегодня и посмотрим. Напоминаю, что все ссылки на мои соцсети я оставляю в закрепленном комментарии, я оставляю в описании под видео. Если вы еще до сих пор не знаете, как найти описание под видео, вот здесь вот я оставляю вам ссылочку на прошлое видео, в котором я в самом начале показывала на телефоне, как найти описание под видео. Конечно же, это для тех, кто не знает. Для тех, кто знает этот момент, вы можете, естественно, пропустить. И не забывайте, что сейчас важно для всех блогеров, которые продолжают выпускать свои видео, ваша поддержка. Нажмите, пожалуйста, на паузу. Если не подписаны, подпишитесь. Если не поставили лайк, поставьте лайк и напишите комментарий. Можете во время видео, можете после просмотра видео. Это все будет ваша посильная помощь тем блогерам, которые продолжают для своей аудитории, ради своих зрителей снимать видео для вас. Потому что всегда должны быть островки, в котором вы просто можете под чай, под кофе, под любой свой любимый напиток, в той обстановке, в которой вам нравится, послушать то, что вам хотелось бы. Да? На любом канале есть всегда информация, которую вы ищете, да, все по интересам. Поэтому сделайте, пожалуйста, то, о чем я вас прошу. Никогда ранее я вас так не просила это сделать, но сейчас это очень-очень важно. Смотрите данный расклад. Я буду на колоде «Темный особняк». У меня маленькая версия. Это реплика с AliExpress. Для того, чтобы понять, хочу ли я эту колоду в оригинальном формате, да, в большом размере. Пока я еще к ней приглядываюсь. До конца не поняла. Вот, поэтому периодически расклады я буду делать на ней. Но это нужно мне, да, чтобы понять, нужна мне такая коллекция, именно коллекция. Колода не в коллекцию, а именно в работу или нет. Потому что есть у меня колоды, которые действительно уже занимают свое место в коллекции, а есть рабочие колоды, с которыми я с удовольствием и работаю, и делаю расклады. Итак, начинаем мы, конечно же, с сигнификации того, что происходит в ваших отношениях на данный момент. Загадайте своего человека, подумайте о нем, расслабьтесь и давайте начнем смотреть. Итак, что происходит в отношениях на данный момент? А здесь больше идет информация о женщине, которая хочет для себя найти главное и правильное решение, что мне правильнее всего будет сделать. Вариантов и сценариев здесь есть несколько. Но какой будет правильным, таким вот стопроцентным, пока она не знает. И здесь, знаете, я могу поступить так, я могу поступить так, я могу сделать это и то. И четкого понимания, что происходит, пока не наблюдается, но уже анализ, да, вот первые шаги в сторону анализа для того, чтобы сохранить себя, свой внутренний мир, свою собственную самооценку, эти шаги уже делаются. Что у нас в отношениях? В отношениях не сделанный шаг, не сделанный выбор. Потому что в этой колоде карта влюбленные – это действительно тот самый любовный треугольник, о котором часто говорят тарологи, потому что, ну, на практике это так и есть. Влюбленный в основном, да, указывает на наличие любовного треугольника. Здесь точно так же, да, здесь парочка и рядом за спиной есть третье лицо. Но если здесь третье лицо не видит другой женщины, которую мы назовем соперница, а мама, да, там работа, переезд, который человек не может сделать, то это тоже, да, не сделанный шаг. Не сделанный шаг в сторону женщины. А не выбор ее. Хотя она со своей стороны делала все возможное для того, чтобы он определился именно в пользу той женщины, которая смотрит этот расклад.
Она готова была помогать, она готова была подставить свое плечо, она готова была сделать все возможное, и порой даже невозможное. Но она столкнулась с тем, что бы она ни предлагала, о чем бы она ни говорила, как бы она ни пыталась дать ему понять, что я буду с тобой, я тебя не оставлю. Выбор как был, не сделан. Так он и находится в той стадии, в которой мы смотрим данный расклад. Поэтому здесь и надо выбираться, поэтому здесь и надо женщине для себя понять, а что хочет именно она. Или что, даже если в этой ситуации пока оставить многоточие, да, паузу, многоточие, неясность, что делать именно ей, чтобы чувствовать себя хорошо и полноценно. Ну, те вопросы, которые решаются в прекрасной женской голове. Давайте посмотрим, что происходит у мужчины. А он здесь не только по отношению к вам поступил некрасиво, нечестно. Здесь в его жизни была история, которая говорит о том, что уже однажды он с кем-то так же поступил, как с вами. Похожая ситуация, не один в один, вполне возможно, но похожая ситуация. Он способен предать, он способен сказать «да», но не сделать, способен пообещать, но не выполнить. То, что вы увидели сейчас на примере ваших взаимоотношений, это не то, что вы в чем-то виноваты были. Это не то, что вы такая несчастливая и именно вам не повезло. Вся соль в том, что вам встретился такой человек, который способен поступить с любым другим человеком так же, как с вами. Поэтому правильная позиция сейчас, действительно правильная, которую вы заняли. Даже если невозможно сейчас разобраться в отношениях, то первонаперво, что здесь стоит сделать, это спасать свою собственную самооценку и заниматься своей личной жизнью, своей работой, своим каким-то вот благоустройством внутреннего мира, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы ничего вас не выбивало из колеи. Поверьте, здесь действительно все возможное, что можно было сделать для того, чтобы дать человеку понять, что вы та самая, вы уже сделали. Все остальное на его совести. Но я не вижу здесь каких-то святынь у этого человека. Я не вижу что-то вот такое вот непоколебимое, вот через что он не перешагнул. Здесь очень низкий порог ценностей. И эти ценности могут меняться. Поэтому я и говорю, здесь однажды уже была ситуация, где мужчина точно так же некрасиво и нечестно поступил с близким человеком. Потому что королева Пентаклей нам всегда скажет, это близкая родственница, это мама, это жена, это, например, работодатель, который верил в него как в работника, а он подвел. Это близкий друг, который ему всегда последние деньги готов был отдать, а он подвел. Не потому, что вы такая несчастливая, а потому, что такой человек, который встретился на вашем пути. Что еще вы должны знать про ваши взаимоотношения с тем человеком, на которого вы смотрите? Самое важное, что вы должны знать. Он не боялся разрушать ваши взаимоотношения. Ему не привыкать отдавать там, или ложить на какое-то заклание то, что когда-то ему было дорого. Это человек, который с каким-то холодным сердцем, жесткой душой какой-то. Это тот человек, который, ну, к сожалению, он может перешагнуть через даже близкого, родного человека, если он так решил. К тому же, это человек злопамятный, и это человек очень обидчивый и мстительный. Здесь, если и останавливать эти взаимоотношения, то просто добрый совет на какой-то нейтральной ноте. Потому что такие люди нехорошие моменты могут помнить
очень долго. И даже если он накосячил сам, свои ошибки люди часто не осознают. Но этот человек будет помнить то плохое, что сделали вы для него. Вот с этими людьми всегда стоит быть осторожными. И если с ними расставаться, то расставаться абсолютно на нейтральной ноте, чтобы где-то не всковырнуть какие-то комплексы. Да, это закомплексованные люди. Это люди, которые не могут признаться в своих слабостях и в ошибках. И их тактика – это нападение. Да, такой вот превентивный какой-то удар, чтобы невозможно было ему что-то доказать или чтобы невозможно было его изобличить в тех или иных моментах. Вот. Об этом здесь даже, видите, не про отношения, а про этого человека вы должны знать. Очень жадный, жадный на эмоции, скудный на эмоции. Он мог раньше вам рассказывать, какая вы прекрасная, делать комплименты, но я не уверена, что именно данный человек прям рассыпался. Вот все, что он делал, это максимально возможное, что он из себя мог выжать, пока ваши отношения были в такой прекрасной паре, вот и между вами химия была. То, что вы видите сейчас, это истинное лицо данного человека, и он такой. Ему невыгодно сейчас говорить вам определенные вещи. Он не видит перспектив или он не хочет извиняться. Так он и будет так себя вести, давая вам понять, что это вы виноваты, а не он. Что это вы не правы, а не он. И в целом здесь человек эмоционально жаден, финансово жаден. Это человек, который даже если и протягивает где-то что-то якобы такой щедрой рукой, поверьте, внутри там такие кошки скребут. И он уже мысленно потраченную сумму прикидывает на то, что он мог бы потратить на что-то другое, более полезное именно для себя. Вот это вы тоже должны знать, да, вот какая-то алчность, скупость натуры, жадность. Я думаю, многое из того, что я сейчас сказала, вы уже о нем и так знаете. Вот, ну вот здесь вот, видимо, какие-то последние такие завершающие штрихи стоило сказать. Давайте смотреть его резкое решение. То, что он решил, или то, что он решит в ближайшее время. То, на что он способен, от чего вы будете, мягко говоря, в легком недоумении. А прямым текстом вы будете в шоке. Итак, его резкое решение. Не зря я вам говорила про жестокость и злопамятность. Вот не буди лихо, пока оно тихо. Мои хорошие, если вы в ближайшее время планируете или планировали как-то с этим человеком разобраться, но так, чтобы ему было побольнее, сделать ему что-то такое, чтобы ему поплохело, я вас в данный период времени расклады вот такого рода, да, и вот и в такое время, в которое я снимаю, они действуют довольно-таки короткий промежуток времени. Но давайте так вот с запасом недели полторы-две. Если вы планировали в этот срок что-то такое сделать по отношению к нему, пожалуйста, я вас попрошу этого не делать. Потому что его резкое решение в ответ на ваши действия – это сделать вам больно. Это отомстить, это разбить вам сердце, это сделать еще больнее и еще серьезнее, нежели сделали ему вы. И это то, действительно, чего вы от него в принципе не ждали, а, возможно, и не знали, и не подозревали, что он на это способен. Он способен сделать еще больнее. И он способен сделать так, чтобы в следующий раз вам было страшно что-то предпринимать по отношению к нему. Поэтому на ближайшее время здесь никаких негативных действий, посылов. Пусть даже это будет не прямое действие, а что-то такое вот виртуальное. Пожалуйста, здесь пока не делайте. Вот просто такой вот добрый совет. Потому что его решение дать ответный удар, многократно превышающий разумные пределы, справедливые пределы. Тройка мечей здесь, видите?
и карты, видите, посыпали, что... Сейчас, мои хорошие. Первая карта, которая упала, видите, тоже здесь восьмерка мечей. Пока ваша позиция должна быть: мне ничего не хочется, я ничего делать не буду. Все, я связанная по рукам и ногам, и все, шаг вперед я не делаю. Хорошо. Смотрим еще его резкое решение в отношении вас, потому что здесь информация для тех, кто хочет сделать что-то негативное своему мужчине. Отомстить, да, сделать больно. Пока не стоит. Пока не стоит. Еще его резкое решение. Еще, да, его способности, которые могут вас удивить. Вот, кстати, ваше счастье, ваш успех, вашу удачу, то, как вы похорошеете, там, похудеете или поправитесь в зависимости от того, кто что хочет, да, там, мало веса хотите набрать, да, приложили усилия, вот, и получили фигуру, о которой вы хотели, или наоборот, да, постройнеть, чтобы произвести фурор даже для самой себя. Открытие какого-то дела, покупка квартиры, может быть, машины, какой-то дачи, недвижимости. Извиняюсь за собаку, но вы знаете, да, что это такое. Суетливое создание, которое любит шум наводить. То, о чем он узнает, то, что он сможет увидеть, вот этого вашего счастья он не переживет. И он очень быстро здесь появится. Тогда, когда вы уже и знать не знать, И знать забудете, помнить забудете, да? Здесь такой, знаете, вот комок его противоречий, комок его вот шоковых каких-то состояний, чтобы вот даже у меня, чтобы передать вам спектр, действительно заплетается язык. Мозг выдает информации столько, сколько мой речевой аппарат не в состоянии обработать за ту единицу времени, за которую я это могла бы сделать. Станьте императрицей во всех смыслах этого слова. Ведь не зря здесь изначально было, вы уже предпринимаете какие-то шаги или уже вынашиваете идеи, планы для того, чтобы войти в девятку пентаклей, да, самодостаточное, независимое, самомнение такое хорошее, качественное, ценность самой себя в этой жизни и для самой себя. Дальше больше. Если вы пойдете по этому пути, не будете мстить, потому что это первое, что вы можете получить, если вы попытаетесь сделать ему больно, да, что неожиданно для вас, вот его жесткость и его жестокость. Вот, поэтому не хотите получать еще какое-то дополнительное разочарование и дыру в сердце от этого мужчины, пожалуйста, не делайте. Но если вам уже все равно, и вы уже наметили, и ничто вас не остановит, конечно, я вас тоже не вправе останавливать. Но если вы переждете вот этот вот момент какой-то мести и создадите режим такой полной тишины, во время которой вы займетесь своей собственной жизнью и своей собственной личностью, и он это однажды узнает, он тут же или примчится, или позвонит. Здесь карта колесницы. Потому что для начала ваш успех, что-то такое, что он от вас не ожидал, пронзит его 10 мечами. Вы его убьете своей собственной состоятельностью. Что вы не упали, вы не сломились, я не знаю, вы не спились. Вы не стали жить еще хуже, а только лучше, лучше, лучше. Императрица и десятка мечей. Вашего успеха он просто не переживет. И ему это нужно будет увидеть, я не знаю, потрогать, пощупать, понюхать. Он глазам своим не поверит. Ему это нужно будет либо у вас узнать, либо появиться, увидеть вот прям вот, что оно, да, вот оно, действительно. Это не иллюзия, которую я там где-то на фото увидел. Там или мне слухи какие-то неправильные передали. Это действительно есть и происходит.
И то, от чего вы будете в шоке вот от его решения, что он появится в таком состоянии, вы его уже здесь сломите. И пока он будет планировать это появление, как личное, так и в виде там звонка, сообщения, вы даже на расстоянии, вы даже издалека поймете, что ему настолько от этого плохо, что он настолько, если лично вы увидите, что он вот сам не свой, да, глаза бегающие, взгляд какой-то такой вот испуганный, действия какие-то нервные, а учитывая личность этого человека, конечно, ему всегда легче осознавать, что после него хоть потоп, и все там настолько плохо. И ему переварить не получится информацию, что после всего, что было, вы смогли просто вырасти. И ему от этого будет плохо. Что делать с ним? Здесь Паж Пентаклей. Вы поймете в тот момент, когда вы его увидите или прочитаете сообщение. Это будет как некое, знаете, вот умение кататься на велосипеде, которое было получено в детстве. И тут раз вам дают спустя долгие годы велосипед, вы садитесь, а вы, оказывается, помните, как это делать. Это знание и этот навык, он у вас уже имеется, хотя вы уже и знать не знали, что вы до сих пор умеете. Да? Очень такой банальный пример для того, чтобы объяснить, что вы уже будете знать, как будто это знание когда-то вами было получено, но вы благополучно о нем забыли. Вот что с ним делать вот в этой ситуации? Однозначно у вас будет понимание и однозначно у вас будет решение. Так что, мои хорошие, здесь, конечно, выбирать мстить ему и неясно пока, что еще будет, да, потому что его удар может быть неожиданный, очень болезненный, и вам придется какое-то время еще восстанавливаться. Либо здесь уйти в режим такого вот вакуума, да, когда никакой информации о вас нет, ничего не знает, не получает, а потом раз, да, и тут на него обвалилась информация, что все у вас прекрасно, замечательно, да еще успех за успехом. Вот это, да, вот это его сломит. И просто вот, видите, поставит на колени вот перед идеалом, что а я-то лучше, да, и после меня ни у кого в жизни хорошо не будет, а нет. Вот что его выведет, и вот что его приведет к вам. Да, вы будете в шоке, наверное, еще и от того, что этот человек способен появляться в те моменты, когда кому-то нагадил в душу, разбил сердце, сделал больно, а тут появился, вот, и просто сам на себя не похож, вот, бледнее тени, да, как серая такая моль. Но, мои хорошие, тем не менее, срочное сообщение от него, что он срочно хочет вам сказать о своих последних новостях. И, конечно же, напомню, лайки, пожалуйста, комментарии тоже, пожалуйста, и подписки, если вы не подписаны. Это все то, что очень-очень важно сейчас, в данный период времени, для тех блогеров, которых вы смотрите и которых вы хотели бы поддержать морально, да, и все то, что максимально посильное. Но максимальное вы можете сделать. А вот срочное сообщение. Нажимайте. Желаю вам приятного просмотра и до встречи в новых видео. Пока-пока.